Так, так, что-то у нас, я не знаю, так, создай персонажа, понятно все. Так, пол для персонажа. Ну, конечно, вот это так, персонаж, так, сраный мэш, сраный кот, сраный бонич панда, Да, сейчас, ну, конечно, вот такой вот, дальше вот такая фигня, и вот такая вот, все, поехали. Дальше у нас вот это и вот эта фигня. А дальше все готово. А держим нормально. Норм. О, господи, это слишком вот такая подойдет для моих глаз. Убираем. Дальше прически. О, такая изи. И такая. И такое. Все. Прикрашиваем. Готово. Все. Тем волки, конечно. Теперь тут Орел, как создать мою ресью. Рисуем странный круг, потом включаем шлейф, рисуем вот это хромо. Потом мы, то есть рисуем это как надо, перекрасить такие цвета, чтобы у нас пошла искра в глаз, и вы блювали. Добавляем всякие хрени, и вот, и добавляем вот это. Теперь включаем вот этот фон, и парень у нас будет бил, вот так. Дальше у нас Тэмми идет такая и флауэр, перекрашиваем такие цвета, и у него, кажется, искра пошла в глаз. Берем мази, перекрашиваем такие цвета, добавляем всякие хрени. Потом идет Мафета, перекрашиваем вот так. Теперь все, банан мем. Пять минут спустя. Всем ноги отрываем. Никого не спасли. После вот этих вот маленьких вот этих появилась такая армия. И потом такой маленький. Посмотрите, какие идеальные лица. Просто это наркоманию надо вообще сохранять. Наркоманию. Я специально так нарисовала, вот эти специально так рисую. Особо я рисую очень красиво, вот так вот, смотрите. Я рисую особо красиво, просто я специально так рисую, чтобы было ржачно. И вот я специально так написала, специально так криво рисую, чтобы было вообще идеально, чмоки-чмоки, и вот так рисую, все, идеал. Такие хрени получились у меня. Не отрываем все ноги, смотрите, а ноги отрываются. Наркота. Всё.